Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Ирбитский, и я начинаю очередную жеребьевку от Гулямбы. На этот раз мы проводим конкурс «Самая красивая пара гимназии номер 202 «Менталитет». Хочется напомнить, что мы проводим этот конкурс уже в третий раз. Два раза обладателями титула «Самая красивая пара гимназии» становились, соответственно, Даша Арсеньева и Женя Зинцов, а также Соня Татурова и Дмитрий Моторин. Кто же станет победителем в этот раз? Итак, пришло время перечислить всех кандидатов. Итак, собственно, пары. Макс Константинов и Валя Гартунг – это первая пара. Под вторым номером Александр Созинов, Оля Сула. Дальше Алексей Захаров, Оля Гадзелова. Александр Карпинский, Настя Деменева. Александр Черноскутов, Елена Платонова. Савва Лопатинский и Наташа Казанцева. Кирилл Крючков и Ксюша Гаммер, Самир Алиев и Алина Федосеева, Матвей Посохов и Елена Ильтубаева, а также Герман Спиров и Аня Ягода. Итого всего 10 участников. Сейчас мы проведем жеребьевку. Я буду вытягивать из импровизированной корзины номера по порядку, как я называл. Первый – это Константинов Гартунг, Созинов Оля Сула, это вторые и так далее, как я уже называл. Можете отмотать, если вы что-то забыли. У нас все честно и прозрачно. Собственно, 10 пар разобьются на 5 пар, вы поняли. И 5 победителей из этих 5 пар. Здесь несложно запутаться, но я думаю, вы все понимаете. Итак, 5 победителей, и из этих 5 победителей у нас составляется финальный опрос. И вы сможете проголосовать только за одну пару из 5. Итак, представляю нашу бессменную импровизированную корзину. Вот, она пустая, здесь ничего нет, посмотрите, все прозрачно. Сейчас я опущу туда номера, порядковые номера кандидатов в звание «Самая красивая пара менталитета». Все очень прозрачно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У нас все готово к началу жеребьевки. Так, перемешаем, чтобы у нас не было каких-нибудь очередных непоняток. Так, первое, что будет первое, кто будет первым? А первым будет третья пара, Алексей Захаров и Оля Гадзелова. Вот третья, все видно. Видно же? Или не видно? Вот так видно. Просто свет тут падает не очень хорошо. Кто будет с Олей и с Алексеем соревноваться? Узнаем прямо сейчас. Шестая пара. Савва Лопатинский и Наташа Казанцева. Очень любопытно посмотреть с исходом голосования. Дальше идем дальше. Дальше у нас четвертый порядковый номер. Это Александр Карпинский и Настя Деменева. Десятая пара – это самые юные наши участники Матвей Посохов и Елена Ильтубаева. Вот уже есть две пары, осталось еще три. Первый номер – Макс Константинов и Валя Гартунг. Кто сразится с Максом и Валей, узнаем прямо сейчас. Восемь. Цифра 8 – это Самир Алиев и Алина Федосеева. Очень интересно. Баттл будет. Еще две пары осталось. Точнее, пары – это 4, а пары – это 2. Седьмой номер. Кирилл Крючков и Ксюша Гаммер. Так кто же будет в паре с Кириллом и Ксюшей? Знаем прямо сейчас. Это второй номер.
Саша Созинов и Оля Сула. Ну, с последней пары же так все понятно. Это пятый номер. Все видно. Пятый номер — это Саша Черноскутов и Лена Платонова. И, соответственно, девятый номер — Герман Спирев и Аня Ягода. Сказать одну важную вещь, что все наши такие подобные конкурсы, это мистер менталитет, мисс менталитет и самая красивая пара, они, собственно, у них особенного смысла-то нет, и не стоит особенно опираться на их результаты, потому что они иногда могут быть необъективны, участники могут накручивать голоса и так далее. Кстати, про накручивание голосов. Мы не будем вводить какие-либо санкции против этого, потому что это все остается на совести участников голосования. И это все. И голосования у нас будут закрытыми, дабы, ну, вы сами понимаете, к чему может привести, если друг друга проголосовал не за друга, и началось ссора, конфликт и так далее. У меня, собственно, все. Хочется напомнить, что послезавтра пройдет столь долгожданный день самоуправления. И у нас есть небольшой проект для этого. Пожалуйста, выкладывайте свои фотографии в Инстаграме, пишите твиты в Твиттере, постите посты во ВКонтакте с хэштегом «День самоуправления». Самые лучшие посты, твиты мы опубликуем в нашей группе. С вами был Михаил Вербицкий. До новых встреч. Пока.